Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре маховая серия «Саваниев лидер». Это мое детище, это моя разработка. И, в общем-то, я и горжусь. Решил снять еще раз ролик, потому что вроде как до этого снимал, года два назад у меня есть в YouTube канале обзор на воде. Но люди постоянно спрашивают, то ли его не находят, то ли у меня еще опыта было, там я не умел ставить теги и поиски и тому подобное. Но вот все равно задают вопросы, что и как по поводу этой серии, потому что на сегодняшний день по весу и характеристикам она, ну, не буду говорить лучшая, да, чтобы конкурентов, но вы поняли. Цена, качество, характеристики, с моей точки зрения, она лучшая. Вот, ну давайте разберемся. Значит, серия состоит из 4 длин, 5, 6, 7, 8 метров. Сразу для затравочки, семерка весит 196 грамм. Такого веса нет нигде и ни у кого. При той небольшой цене это бестселлер. Ну, вот такая затравочка прошла. Вот. Дальше, ну, поподробнее. Уголь 46 тонн. Это дорогой уголь. Это дорогой очень припрек. Это тонкий слим-бланк фактически, если это можно адресовывать слово слим к махалкам, ну, можно. Слим тонкий. Вот. При этом строй удочки среднебыстрый. То есть она рассчитана на ловлю как на течении, так и на стоячей воде. Она может, это я говорю про любую из длин, да, строй одинаковый. Она может работать как с легкими поплавками, практически невесомыми, и хорошо пробивать ветер ими в забросе, потому что я сделал так, что первое колено, первое-второе колено, оно как хлыст, как катапульта работает. То есть человек чуть бросил, и дальше вот кистью легкий досырик, да, и сам верхняя часть, как говорят, морда удилище, такое слово нехорошее, наверное, да, она достреливает, досылает со снастку даже очень легкую ветер. Понятно дело, что на восьмерке вы там в порывистый ветер встречный 0,5 грамма не забросите, но, скажем так, вот если взять все удилища, большинство подавляющее, скажем так, оно, лидер будет, если не на самом первом месте, да, то очень наверху в плане именно заброса, качества заброса. Дальше. Прекрасно пробивается ветер за счет малого диаметра колен бланка. Чем меньше, чем тоньше диаметр колен, тем легче мы пробиваем ветер в забросе. И, соответственно, тем меньше нагрузка на комель. И мне можно, и комель тогда в этой ситуации можно делать из более легким. Удочка получается более легкой, он сбалансированный. Потому что мы убираем такую нагрузку на комель. Все колена усилены дополнительно. Давайте я сейчас открою. Вот такая пробочка легкая. Дальше резинка в ней стоит, для того, чтобы колено не стучали при складывании. Дырочка, чтобы уходила вода и не прело там ничего внутри. И проставка резинки такой мягкой, для того, чтобы это не было жесткого, не царапала пробка, торец. Дальше. Колено усилены, стыки усилены вот здесь. Чувствуется очень хороший наплыв, плюс хорошо качественно обработаны все стыки, зашлифованы. Ничего здесь не стирается, уголек не сыпется, не выпадает, как в некоторых моделях это, когда вот берешь там какие-то вещи, вот несколько рыбалок, и чувствует здесь уже грязь такая черная идет. То есть стыки затрутся, значит. Резьба внутри, да, специально для того, чтобы лишний раз нам не увеличивать вес, вставляя туда какую-то там гайку. Мало, соответственно. Хлысты в комплекте. В комплекте хлыст привитой, спортивный, с хорошей прививкой здесь. Не видно абсолютно даже перехода. Сам бланк очень приятный, тонкие стенки. Здесь красиво он просто выглядит.
пробку специально сделал, с моей точки зрения, это оптимальный и самый лучший вариант пробки, потому что резиновая пробка, ее тяжело содрать, наверное, многие, у кого здесь резиновая надета, ее там тяжело очень руками оттуда открыть, так же, как и закрыть. Какие-то пробки из металла или еще какие-то с окантовкой тяжелые, они могут потеряться, утонуть просто в воде. Это неопрен. Это плотный неопрен. Никогда не утонет, не разбухнет, не обкоцается, ничего с ним не будет. И самое главное, что он мягко вставляется и не травмирует, соответственно, торцы, когда, да, торцы ковля. Краска качественная, матовая. Дизайн тоже мой, кому-то нравится, не знаю. Но я не встречал, кому не нравится, честно говоря. По-моему, всем нравится. Вот, то есть я не люблю каких-то кричащих ярких цветов. То есть для меня считается стиль это вот такой вот не орущие формы, но который подчеркивает качество и достоинство удочки. Ну и сейчас давайте мы их разложим и немножечко вот потрясем, так вот как уже привычно мы делаем в своих видео. Так, господа, давайте нагрузим бланки, посмотрим. Значит, Сабанеев лидер Максим Балаев. Он у меня в руках удилище 5 метров. Строй средне-быстрый. Смотрите, какая шикарная парабола. Смотрите, работа верхней части и дальше жесткий бланк. Вот я специально стараюсь на камеру сделать, чтобы было видно. Вот достаточно сильно вот ее тащу вверх. Имейте в виду, что вот эта пятерочка, она длиннее, чем 5 метров. Да, то есть она где-то 5.05, 5.10 даже получается. Вот смотрите. То есть тончайшая, шикарная пятерка. Даже чуть длиннее номинала. И имейте в виду, что это далеко не все это делают. Очень мало кто, у каких производителей реальная длина соответствует заявленной. Дальше, шестерка. Ну вот смотрите, то же самое. То же самое. Средний быстрый строй. Сильно очень нагрузил, сильно очень давлю вверх. То есть удочки не предназначены для ловли карпа, сразу скажу. То есть это белая рыба до 3 килограмм. Но посмотрите у меня на канале YouTube. Я выложил ролик одного из наших покупателей, кто на семерку выволок там 4 килограмма карпа. Притом он регулярно, люди есть такие, которые регулярно с этими удочками ездят за карпами. Но я сразу говорю, что я их не разрабатывал для карпа. Поэтому, что называется, ответственности за поломки не несу. Но если голова у рыбака есть на плечах, то все реально. Ну вот смотрите, бестселлер, так называется, да, всех времен и народов. 196 грамм, весит 7 метров. Посмотрите, где вы еще найдете такую удочку. 196 грамм. Это невесомая семерка, шикарнейшая для ребенка, для жены, для вас. То есть в ветер одной рукой, левой можно забрать, как угодно. Тончайший бланк и средний быстрый строй. Смотрите, это и карпы, и караси. Ой, вру, карпы не сказал. Это и караси, и лещи, и плотва, и любая бель на реке, да, на стоячем водоеме. Поэтому, скажем так, те, кто берет в руки лидер, но я не скажу, что 100%, да, но все либо в восторге, либо сразу покупают. Поэтому таких, что вот сказали, нет, удочка не то. Вот смотрите, восьмерка, я сейчас прямо вот на фоне, да, там этого щита, у нас такой переезд в новое помещение. Ну вот смотрите, средний быстрый строй. Все, отличная палочка. Это восьмерка. И вот я сейчас прямо на камеру в длину покажу и чуть-чуть трясану. Видите? И играет кончик. Играет верхнее первое, второе колено. Чуть-чуть третьего, смотрите. Вот. Вот она. И тут же встала. То есть за счет того, что уголь дорогой, никакой колбасни, никакой шланговости нету ни в каких длинах. То есть вот она, я дернул, и она встала, смотрите. Да, и тут же она выпрямилась. Ну, скажем так, без ненужной скромности этой серии я горжусь. Это моя разработка, я и горжусь, это моя работа, мой труд. Ну вот, мы посмотрели их динамики, построим. Два слова о чехле. Простой, но очень надежный, непромокаемый синтетический чехол, плотный абсолютно.
То есть очень плотный материал. Всем нравится. Все мне говорят, уже лидер продается уже не первый год. И только положительные слова о чехле. То есть прочный, прочнейший материал, непромокаемый, не пахнет. Даже если он там сверху все высыхает, вода попала сверху, все высыхает быстро. Качественная здесь отделка, клапан на липучке. И, в общем-то, все, что больше ничего от него и не надо. Поэтому на этом, наверное, мы закончим. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал. Подписывайтесь на соцсеть ВКонтакте. Подписывайтесь на ролики в Ютубе. Это вам, это мне от вас большое спасибо. Я это буду считать как благодарность вам. Если кому-то из вас захотелось мне действительно искренне сказать спасибо, я очень вас прошу, подпишитесь на телеграм-канал и на сеть ВКонтакте, и на канал Ютуба. Я ссылочки выложу под видео. Всего доброго и до новых встреч!